То есть совершенно непонятно, как барабашовцы теперь, торговцы, которые платят черный нал Фельдману, сепарюги, который совокупляется с Медведчуком, сепаром, непосредственным другом, кумом Путина, оккупантом, который и организовывает постоянно войну, чтобы на войне зарабатывать, также свои вонючие преференции политические, чтобы лезть к власти. Вот они, работая на этот черный нал этих сепаров, как могут потом смотреть в глаза тем, которые там воевали? Как они могут смотреть в глазах тем, которые, ну, вот ходят, у них же тоже покупают, на которых сыплятся бомбы, беженцев, когда они черным налом, торгующие на этот черный нал, помогающие зарабатывать Фельдману, этот черный нал, способствуют войне, продолжению этой кровопролитной войне и заработка на этой войне оккупанту, который косвенно, там, посредственно, непосредственно помогает этой войне продолжаться, этому кровопролитию. Потому что он работает этим черным налом на оккупанта. То есть враг – это те, которые работают на врага своим черным налом. И не обращают типа на это внимания. А. Это, конечно же, не просто какое-то пафосное предостережение. Нет, это просто упоминание, что мы, украинцы, сами своими беспринципными, не борящимися организмами, вот такими действиями, как склоками, ссорами в национальной среде, в среде народной массы, которая должна горой стоять за себя, вместо этого то Фельдману, сепару платятся черный нал, который идет на сепарство, естественно, на разлад этого народа, на раскол общества нормального. То есть не борящимися с продажной властью, как обычно бывает, власть тут продажная, она при бабле, любой человек при бабле, он начинает идти по дорожке сатаны, ему упроторены, и за ним постоянно нужно следить, следить кому? Кому? Швейцарцам, португальцам, еще кому-то? Нет, кому, конечно же, украинскому своему народу, который избирает эту власть, который должен за ней следить. А он не следит, а только платит ей черный нал, блядь, чтобы она, эта власть, его чморила, потом бомбила еще к тому же. То есть своими руками, своими же мы впроваджуем, сопровождаем сюда оккупанта, который видит, что это лохотронный народ, и можно этим народом, можно и то, что у этого народа, можно поживиться. Это ж, ну, так просто, до зрозуміння. Выходит, та часть барабашовцев, которая пополняет черный нал Фельдмана и делает это умышленно, давая себе в этом отчет, они являются соучастниками сепарского, антиукраинского, оккупантского движения Фельдман, Путин, Медведчук. Те, которые делают это по принуждению, через прессинг и давление от боевиков и шнырей Фельдмана, то эта часть барабашовцев переходит в категорию или терпил, или которые просто вообще не хотят ничего знать. Они неподотчетны, они неадекватны. То есть они не подсудны, они живут в своем мире. Их невозможно осуждать, потому что они находятся в изоляции от внешнего мира, зная только свой внутренний мир торговли.